своих, со своей семьи, своих детей, своих безродных всех. А вы что делаете? Вы этого не видите. Что вы, что ОМОН? Парни, вы же молодые на самом деле. Вы можете изменить просто все. Мы хотим жить в свободной стране. Не так, чтобы убили, кого-то избивали и отправляли на крестец. Они не делают сейчас зла. Их поставили в охрану. Это просто служащие. Послушайте, если мы сюда вышли, давайте выразим свой протест, не против них. У них есть приказ. Зачем вы это делаете? К чему это? Они сами, многие из них понимают, они сейчас не совершают преступления. Нам сейчас нужно направить свое внимание на то, что мы против зла и насилия. То, что мы против лжи. Ни к чему это. Вот идите вместе со всеми и вырасти, что я не хочу, чтобы лживая власть была. Я не хочу лжи и обмана. Я не хочу насилия. Основная причина – это то, что мы выбираем, каждый из нас. Куропат – это где 300 тысяч похоронено мирных жителей. Это при коммунистической системе. Это сделал Сталин, правитель со своим народом. 300 тысяч возле Минска, возле Экспобелы. Съездите туда, посмотрите на это. Сколько еще сейчас похоронят? И Окрестина. И Окрестина, что теперешняя власть делает. Это продолжение той власти. Это продолжение, ну, можно так сказать, нашего выбора.